Здравствуйте, дорогие друзья! Это мы, Лари Мари. Сегодня у нас распаковочки. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас несколько покупочек, чтобы показать вам сегодня. Ну, начнем с этой красивой коробки. Может быть, вы уже видели, как мы нашли вот такую прекрасную куклу. Посмотрите, это Connoisseur Collection Doll. Seymour Man. Это фирма вот Seymour Man. И почему мы взяли, посмотрите. Она сделана, разрисована вручную. У нее фарфоровая голова, ножки и ручки. И сделанный вручную костюм. Детально проделан. То есть мы не часто встречаем, чтобы вот такая прям была вся в коробочке она. В данном случае, посмотрите, какая красота. Мне кажется, вот так она должна быть. Вот она вся в коробочке. Вся была запакована, ее даже никогда не открывали. Вот, и, конечно же, это не просто кукла, это героиня фильма, очень известного фильма «Gone with the Wind», «Унесённый ветром», и это красавица Скарлетт О'Хара. Посмотрите, какая прелесть. Сертификатом со всеми. Сейчас я пониже поставлю, вот так. Даже не знаю, как это лучше поставить. Да, вот так вот. Так, да. Посмотрите, какое у нее красивое платье, богатое сделанное. Помните, наверное, в фильме, как она его себе сделала, да, из занавесок. Да? Посмотри, Лариса, у нее даже есть сережки. Сережки, да. Красота. Это фарфоровая мне глаза речка, ее нравятся, такие красивые. Зеленые глаза. Губки такие аккуратные. Да, и здесь, кстати, настоящее, по-моему, какое-то перо. Перо, да, это настоящее перышко. Вот мы не будем пока оставим ее такую всю запечатанную. Вот у нее даже сумочка, смотри. Ну, в общем, все как в фильме. Сумочка. Все при ней. Все при ней. Вот здесь. Здесь красиво тоже такие кудряшки. Да, кудряшки сделаны красивые. И, конечно же, у меня здесь подъемник такой красивый. Ножки, видите, все запечатано, абсолютно ничего не распечатывались. Все чистенько. Все да. Чистенькое. И она с такой с подставочкой. У нее еще бусики есть? Да, еще красивые бусики. И вот, видите, с двух сторон сережки красивые, бусики. Ну, вообще красота. Красота. Ну, мы не могли пройти мимо, была очень хорошая цена этой куколки. Видите, все-все при ней. Ну что же дальше, что же дальше? Ну вот у нас здесь сегодня коробочка целая для вас, ребята. Мы вам покажем, что у нас здесь в этой коробочке. Во-первых, у нас, посмотрите, вот такой прекрасный кофейничек такой, да, бронза. Он, конечно, винтажный. Сделан он в Индии. Вот, видите, вот такая красивая здесь выбитый рисунок на нем. Какие-то храмы, кстати говоря. Вот такой вот замечательный. Мы не могли пройти. Он тяжелый, очень симпатичный. Мы его взяли. И что еще? Что еще? Ну, наверное, мы покажем вам следующий набор, который мы тоже приобрели. Вот, посмотрите. Это, ребят, полностью набор. То есть здесь... Давай попробуем найти, может быть... Ну, начнем с такого большого блюда. Вот, посмотрите. Огроменное блюдо. Оно все вообще в идеале, никогда не пользуюсь. Это сиракуз, сделано в Америке. Это американский набор. Вот, это, значит, такое первое большое блюдо. Хотелось бы, конечно, найти вам что-то здесь. Вот это тарелки из этого набора. Посмотрите, какие красивые. Ну, вот явно были, доставались по праздникам. Совершенно не пользовались. И называется Meadow Breeze. Ветерок на лужайке. Meadow — это как бы лужайка. Вот такой вот ветерок на лужайке. Прекрасный такой, знаете, цвет Тиффани, да, похож. Да, вот этот Тиффани с серебром. И, конечно, платина, очень красивый, да, с платиной. Ну да, возможно, или платина, или серебро. Так, что еще у нас здесь? Вот такие маленькие тарелочки тоже к нему идут. Под орешки, под, ну, под фрукты небольшие. Тоже, опять-таки, это сиракуз. Все одна и та же фирма, как вы видите. И что еще, Ларис, давай посмотрим. Ну вот здесь большое блюдо салатное. Такое красивое, да? Угу. Блюдо для салатика. И хотелось бы, конечно, найти. Здесь есть и сахарница. Вот она, пожалуйста. Такая красивая тоже. Серебро. Все это нарисовано. Все совершенно новое, ребят. Ну вот как всегда стояло. Как всегда мы это видим. Все стоит обычно где-то в... В шкафах, ну вот соусник, посмотрите, прекрасный. Никогда им не пользуются люди. Покупая такую красоту. Ну а потом как бы уже их
дети, им это не надо, они на это насмотрелись в течение многих лет в серванте, и просто они уже отдают это за копейки, лишь бы этого уже как-то избавиться. Хотелось бы найти, конечно, уже маленькую блюдечку. Может быть, мы сейчас вам непонятно, но я вижу сейчас чашечки. Вот, посмотрите, вот они такие прекрасные чашечки. И сейчас мы достанем, наверное, сейчас немножко по... Дорогие друзья, мы весь сервис вытащили из коробки, и мы очень довольны, потому что, когда мы покупали, нам сказали, что здесь одной чашки не хватает. Но мы сейчас смотрим и видим, что все хватает. Здесь 8 чайных чашек, 8 блюд больших, десертных, 8 блюдечек под чайные чашечки, 8 вот таких вот, и одно большое, молочник или соусник и сахарница. То есть все, в принципе, на месте. Мы покажем вам, как смотрится. Вот, посмотрите, как красиво смотрится чашечка. В общем, красота, ребята. И у нас сегодня прям тема серебро и, как бы сказать, серебряные украшения тоже, которые мы приобрели. Посмотрите, вот в серединке это Оскар де ла Рента, вот такие сережечки. Нам они понравились, они такие массивные, смотрятся очень красиво. А вот эти, которые, вы видите, слева и справа, это Европа, это West Germany, тоже очень красивые. А вот это, как бы, немножко так, чешское стекло, видите, это приливается. И здесь нам понравилась застежка такая необычная, да, такая здесь. А вот вы видите. Они... Явный винтаж. Да, это явный винтаж. И нам они понравились. Дорогие друзья, как видите, у нас сегодня очень много посуды. Ну, в принципе, мы на ней специализируемся. Иногда нам больше идет на картину, иногда больше на посуду. В данном случае, конечно, нам повезло на посуду. И вы видите, уже здесь, в первом ряду, стоит прекраснейший набор. Это Германия, Веймар. Это Веймар, это золото, это кобальт. И здесь, ребята, 6 чашечек и 6 блюдечек. Вот такая красота, просто вам покажем. Внутри сделано, конечно, золото. Состояние прекрасное. Вот здесь написано, что это Веймар. Веймар. И к нему есть кофейник. И к кофейнику есть молочник. Вот молочник к кофейнику и сахарница. И чайник. И к чайнику есть свой молочник и сахарница. И, конечно, еще плюс десертные тарелочки. Вот их тоже 6 штук. То есть набор смотрится полностью вот так. Вот такая вот прекрасная троечка. Посмотрите. И, конечно, нам очень повезло. Пожалуйста, смотрите наше видео, где мы нашли этот набор. Там же, где мы нашли Мейсона, мы вернулись. То есть первый день мы купили Мейсона, да, Лариса, а потом мы вернулись. И, конечно, не смогли уйти без вот этого набора. Просто он очень красивый. И он нас там ждал. Никто как бы больше не приобрел. Но мы пришли в последние минуты и смогли его купить по очень хорошей цене. А мы просто счастливы, что такая цена нам досталась. Ну что ж, еще что мы увидели, это тоже было в этом доме. Мы посмотрите наше видео, где мы это со стаканчики показываем. И они нас тоже ждали. На второй день мы пришли, их и приобрели. Нам очень понравился, во-первых, дизайн. Посмотрите, какой цвет. Это прям какой-то медовый, да, такой, или даже янтарный. И они с такими красивыми точечками, горошинками. Да? И это, конечно, для шампанского. А также можно и вино пить, потому что они... ну, такие довольно-таки большие для шампанского. То есть, возможно, и пить вино, белое вино, допустим. И у нас не 4 штучки, у нас 8. Просто мы не стали все доставать. У нас 8 штук. Вот такой прекрасный. Смотрите, как богато смотрятся они вместе вот с этим набором. То есть, можно да, пригласить подружек на десерт и на вино. И это все вместе сочетается просто обалденно, дорого и красиво. Еще в этом доме была такая прекрасная вазочка, ребята. Посмотрите, это снова кобальт. Вот такие замечательные, как ромашки, да, сделанные золотом. И это немецкая фирма Atter Weisbach. Посмотрите опять-таки видео, где мы нашли. Когда мы ее нашли, мы не рассмотрели клеймо, но потом, конечно, мы увидели, что это еще одна прекрасная немецкая фирма. Вот такой кобальт, вот такие цветочки. Ну, красота. Ну, конечно, продолжая тему кобальта, золота. Вот такая прелестная шкатулка. Здесь кавалер и дама. Тема как очень романтичная. И в данном случае это у нас уже не Германия, это у нас Франция, ребята. И это Лимож. Такие вот шкатулочки, очень коллекционируемые. У нас много уже их было. И, в принципе, они очень хорошо покупаются. Как я говорю, многие коллекционируют их. Она в идеале, то есть мы тоже ее забрали.
И теперь мы переходим от кобальта вот к более такому белому фарфору. Белое золото, конечно, даже такое, знаете, слоновой кости. То есть прекрасное сочетание еще одно. И это снова немецкая фирма. Это Розенталь, ребята. Прекрасно смотрится, но она такая небольшая, нежная. И мы подозреваем, что там было что-то еще этой фирмы Розенталь. Но в этом доме уже мы не нашли. То есть, возможно, уже были до нас. Мы не могли пройти мимо вот такой прекрасной статуэтки, ребята. Это тоже Германия. Это Дрезден. Видите, вот здесь буква N с короной. Это обычно обозначает Дрезден. Здесь написано Давост. Наверное, по-немецки, потому что это один из маршалов Наполеона. И видите, он в такой, как раз форме того времени, на коне. И прекрасная фигурка. Она небольшая, но для всех, кто собирает Наполеона, тему Наполеона, то есть в коллекцию, это прекрасное приобретение. Дорогие друзья, мы хотим вам сказать, что вот этот набор прекрасный, который мы нашли, он 1956 года. Представляете, в какой он идеальной сохранности. С 1956 года вот такая вот красота до сих пор сохранилась. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели нас. И до новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!